Вот примерно на таком же теплоходе почти год назад самарские болельщики приплыли в Казань, чтобы увидеть игру любимого клуба своими глазами. Прошло немало времени, и у нас снова в гостях самарские крылья советов. Однако в этот раз самарские болельщики выбрали довольно традиционный способ, чтобы добраться до Казани. Крылья советов приехали в Казань с довольно легким багажом. После 14 туров у них всего 13 очков. Статистика последних игр крыльев советов заставляет самарских болельщиков хвататься за голову. 3 тура подряд Самара не забивает, но пропускает при этом 7 мячей. Встреча Рубина и крыльев советов носит принципиальный характер. Несмотря на это, самарская команда уже 5 лет не может обыграть казанский Рубин. Фанатов обеих команд связывают непростые отношения, поэтому для них встреча любимых клубов носит особый характер. Кого попало, по-моему, попало в игрока Рубина. Не видел повтора еще, но из того, что видел, я видел то, что он попал в рубку. В легкий багаж очкового запаса крыльев советов Рубин не добавил ни одного. Это значит, что победная серия казанцев продлилась. А что будет дальше, вы увидите на Рубин ТВ.